Какой будет читмил у тебя под соревнованием? Читмил сегодня, как всегда, наверное, это будет Макдональдс. Девятого года рождения. Выступление у меня с 91 года. Очень много стало любителей бодибилдинга. Хочется быстрее отдохнуть, просто поесть и лечь спать. Всем привет! Вы на канале Бодимания. Мы находимся в Екатеринбурге на чемпионате России по бодибилдингу. Сегодня первый день соревнований. Сегодня выступают все возрастные категории: ветераны, юноши, юниоры. Всем привет, меня зовут Володя Яковлев, я пятикратный чемпион Москвы среди юниоров. Экспериментировал на турнире Arnold Classic, эксперимент вышел неудачный, но то есть я допускал, что такое возможно, поэтому особо не разочарован. Какой будет читмил у тебя под соревнованием? Читмил сегодня, думаю, что-то простенькое, что-то типа овсяночки. Хочется, конечно, молочного чего-то, но вряд ли получится перекусить, потому что есть еще пару стартов впереди. Как всегда, наверное, это будет Макдональдс. Привет, друзья, меня зовут Виталий Казаков, я представитель компании Optimum Nutrition. Сегодня мы с вами присутствуем на первом дне чемпионата России по бодибилдингу на стенде Optimum Nutrition. Буду выступать в воскресенье в категории бодибилдинг мужчины до 85 килограмм. Что самое тяжелое было у тебя на подготовке, что бы ты отметил? Наверное, это была одна из самых легких подготовок для меня, так как до этого я выступал в классическом бодибилдинге. Там приходилось сжиматься сильнее. То есть мой вес должен был составить всегда в районе 77 килограмм. То есть в этот раз я делал все то же самое, как в классике, только делал меньше аэробики. И не так жестко, наверное, ограничивался я в углеводах. Хочется простой человеческой пищи. Я бы съел плов, солянку, борщ, может быть. Уровень спортсменов высокий, и спортсменов много. Это показала регистрация вчерашняя, когда закончили в 2 часа ночи. Собственно, организация хорошая, потому как начали заниматься организацией этого соревнования уже давно. Считай так, полгода довольно активно трудились, чтобы все было на уровне, так скажем, несмотря на кризис, несмотря на сложные ситуации со спонсорами и так далее. Но, тем не менее, многие откликнулись, многие поучаствовали, причем так вложились. Многие серьезные, призовой фонд хороший. Вот сейчас в Каменск-Уральском будет турнир на Кубок Мэра. Растет, естественно, уровень спортсменов растет, уровень подготовки растет год за годом. Так все страшнее и страшнее, если честно.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Спиченков. Я на данный турнир приехал выступить мужчины. По мужчинам и по ветеранам 40. Попал в категории до 90. Сам с Приморского края. Являюсь чемпионом Европы 2013 года в Молдавии. Чемпион России до 90 по мужчинам. 3 года не выступал, решил выступить по ветеранам. Я как бы готовлюсь, уже 15 лет выступаю. Но самое серьезное – это последние 2-3 недели подводки. Как правило, сидеть на диете – это несложно, делать кардио, тренироваться, все в режиме. Именно подводка, слив воды – это тяжело для меня, потому что сливаю много. Екатерина из Москвы, буду выступать в категории фитнес-бикини мастера. Скажи, что было самое сложное на подготовке? Не есть углеводов и не пить воды последние 2 дня. После соревнований будет читмил? Обязательно. Сегодня будет. Скорее всего, пицца, наверное, да. Пицца, суши. Я не знаю, можно ли это совместить, но вот то, что хочется. И, скорее всего, много-много тортиков, пирожек. Добрый день, меня зовут Гибекова Ирина, я приехала из Питера, выступаю в номинации фитнес-бикини юниорки уже буквально через 30 минут, по-моему. Вот. Что хочу сказать, я готова, я переживаю, конкуренция серьезная, у нас где-то примерно 30 человек в категории, вот, там такие чемпионки, красивые все девочки. Но я надеюсь, все получится, я настроена, уже напампилась немножечко, вот, поэтому будем надеяться на лучшее. Юрий Голубев, город Москва, 69-го года рождения, выступление у меня с 91-го года. Юр, что изменилось с 91-го года, на твой взгляд, в бодибилдинге? Во-первых, знаете, вот я хочу сказать, что очень много стало любителей бодибилдинга. Если мы в 91-м году выходили, у нас там было 8-10 человек в категории, девочек вообще там было 1-2.
что сейчас вот бикини, бодифитнес, это что-то невероятное. То есть такие категории. И это тоже бодибилдинг, мэнс физик. То есть огромное количество людей определилось в бодибилдинг. Только есть категории, я там в бодибилдинг, кто-то в мэнс физик. Но это такой массовый стал вид спорта, не эксклюзивный. У нас там было 5-6 человек, а сейчас такая огромная армия. Смотрю, мне так просто сердце обливается. Вот прошло 25 лет, а армия спортсменов, которые любят бодибилдинг, просто расширилась в разы. Исаев Сергей Геннадьевич. Ну, со временем стало легче тебе готовиться или сложнее? Со временем как бы опыт приобрелся, и благодаря ему легче подготовиться. Возраст не влияет? Ну, на данный момент вот 46 лет пока еще не сказывается. Козин Сергей из города Новоуральска, Свердловской области. Выступаю я уже, первые мои соревнования были в 98 году. В чем-то легче, в чем-то тяжелее. Возраст дает о себе знать? Вот если честно, возраст вообще не дает о себе знать. В этом плане, наоборот, как бы я чувствую себя даже лучше, чем вот раньше. То есть я раньше из диеты мне было хуже, сейчас я вообще к диете легко отношусь, к тренировкам. Как-то сейчас... Даже мне как-то поинтереснее, так надо сказать.